Импровизированную улицу сотрудники ГИБДД вместе с аниматорами решили устроить в центральном холле торгового центра «Красная площадь». В мероприятии пригласили участвовать всех желающих. В самом разгаре идут летние каникулы, и сегодня мы хотели бы обратиться в первую очередь к юным участникам дорожного движения. Хотим пожелать, наверное, приятно отдохнуть, набраться сил перед новым учебным годом, но и не забывать о соблюдении правил дорожного движения. Также мы хотели бы обратиться к родителям. Все-таки вы должны быть образцом и примером для своих детей. И в первую очередь прививать знания, наверное, с самых юных лет о правилах дорожного движения. И в первую очередь прививать навыки перехода через проезжую часть. Дети лучше всего усваивают правила, в том числе и дорожные, через игру. Это общеизвестно. Поэтому самых маленьких посетителей торгового центра ждали конкурсы, подвижные игры и загадки, вопросы и награды за правильные ответы. Верхний на светофоре. Красный. А что он означает? Нельзя ехать. Нельзя ехать. А еще какие цвета есть светофоре? Зеленый. Желтый и зеленый, конечно же. Дети усвоили, что пешеходные переходы бывают и подземные. Таких, правда, в Анапе пока нет. А затем вместе с папой за рулем виртуального большого автомобиля все отправились по улицам огромного города, соблюдая все правила движения. На знак «кирпич» развернулись, пропустили пешеходов на зебре. На знак «стоп» остановились. Такие необычные уроки отдел ГИБДД будет продолжать и дальше, самая главная цель которых – сберечь жизни людей, научить их правильно вести себя на дороге. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа. Регион.